Привет всем! Меня зовут Лидия, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я к вам пришла с быстренькой распаковочкой бьюти-бокса из универмага Liberty. Я эту посылку получила буквально пару минуток назад, уже заглянула туда и хочу быстренько показать, что же в этот сезон Liberty мне прислала. Liberty — это довольно знаменитый универмаг здесь, в Лондоне. И у него есть подарочная рассылка. Коробки приходят 4 раза в год, то есть один раз в сезон. Коробка мне стоит 20 фунтов каждый месяц, но эти 20 фунтов переходят в накопительный счет Liberty, и я их могу растратить в универмаге на косметику, а эти 4 коробки приходят просто бонусом в виде подарка, и сами по себе они ничего не стоят. Давайте открываем посылку. Обычно в посылке бывают пробники и один полноразмер. На этот раз полноразмер он спорный. Положили вот такой кусочек мыла. Здесь 120 грамм, и это реально полный размер. Мыло пахнет очень приятно. Это такой сладкий морской аромат, ненавязчивый, чувствуется только тогда, когда я носом буквально тыкаюсь в упаковку. Аромат нравится, неясно, как он будет раскрываться при контакте с водой. Но, знаете, вот полноразмер, кусковое мыло, ну как-то вот so-so. И я не очень люблю мыло в использовании. Мне больше нравится использовать или жидкое мыло, или гель для душа. Но, используя эту малышку, я надеюсь, что аромат при контакте с водой останется таким же хорошим и красиво раскроется. Сюда положили еще один относительный полноразмер. Это вот такую маску для глаз от 111 Skin. Это маска для зоны вокруг глаз с розовым золотом, и она подсвечивающая. Здесь 6 миллилитров. Ну, конечно, это полный размер, но полный размер, ну, один раз им только возможно попользоваться. По-моему, маски продаются в магазинах в наборы по 5 масок. Могу путать, но, по-моему, по 5 масок, и они реально не дешевые. Такую маску мне уже приходилось использовать. Она мне приходила тоже в каком-то наборе, потому что, по-моему, где-то 20 фунтов за маску вот эта вещь стоит. И 20 фунтов на одну маску — это правда не та вещь, за которую я буду столько платить. Но маска хорошая, она реально подсвечивает зону вокруг глаз. От нее реально эффект вау. И перед каким-то важным мероприятием я могу рекомендовать ей воспользоваться. Эффект будет держаться, ну, до следующего умывания. Хорошая, дорогая маска, но это всего лишь одна маска. Затем вещица, которая, наверное, меня больше всего расстроила. Они положили просто пробник от крема, просто малюсенький. А сколько здесь миллилитров? Я даже не знаю, сколько миллилитров. Ну, 1 миллилитр. Малюсенький пробничек крема 1 миллилитр. Мне от этого бренда очень нравится их тонер с яблочным уксусом. Реально хороший тонер, прекрасно работает. И я бы с радостью протестировала крем. Хотелось бы получить, ну, хотя бы 5 миллилитров, потому что 1 миллилитр, ну, это на 1-2 раза. Вряд ли я какой-нибудь эффект от этого почувствую. Этот крем для сухой чувствительной кожи. Он кожу у нас должен увлажнять, у него матовый насыщать, у него матовый финиш, он борется с какими-то шелушениями.
По описанию могу судить, что это какой-то более-менее плотный крем, но я не уверена, так как кремом мне самим еще не приходилось пользоваться. Думаю, сразу положу его на полку в ванной комнате, ну и за 2 дня где-то использую. В пустых баночках расскажу. Дальше пробник, который последнее время кладут вообще во все бьюти-рассылки, бьюти-дропсы, колд-бьюти, эдиты. Это Seated Queen, это cold cream, это крем 3 в одном. То есть его можно использовать как первый этап очищения, как крем и как ночную маску. У меня, наверное, накопилось уже 3 или 4 пробника, и ни одного я еще не взяла в использование. Знаете, я, наверное, к этому продукту отношусь изначально превзято, потому что я еще не сталкивалась с таким продуктом, который был бы мультифункциональным и работал хорошо. Обычно, если продукт заявлен как мультифункциональным, то одна какая-то функция работает хорошо, а остальные не очень. А если не повезет, то вообще все функции ни про что. Поэтому отношение у меня к этому продукту изначально предвзято, и я от него не жду ничего хорошего, но, возможно, я ошибаюсь, потому что вот я посмотрела отзывы на Cult Beauty, у него 4 с копеечками звезды, и люди, в принципе, отзываются весьма неплохо. У меня сейчас 3 или 4 пробника, я думаю, что все хихи поставлю в использование и как следует протестирую. То есть у меня минимум 90 миллилитров теперь этого крема, почти что полный размер, потому что в полном размере у него, по-моему, 100 миллилитров. Протестирую и в пустых банках расскажу. Надеюсь, что он все же будет лучше, чем я о нем думаю. Дальше здесь малюсенький тестер или же травел размер. Это Good Jeans от Sandy Riley. Здесь сколько? 8 миллилитров. Вот это уже мой старый, добрый, прекрасный любимчик. Сколько я флаконов этого средства на себя уже извозюкала. Это одна из моих самых любимых кислотных сывороток. Она на мне прекрасно работает, показывает прекрасные результаты, и моя кожа на нее хорошо реагирует. Я не встречалась еще с раздражениями или сухостью кожи после применения этого средства. Рада, что ко мне попался вот такой мой малюсенький пробничек. Будет замечательно его взять в какое-нибудь путешествие. Думаю, что мне его хватит, ну, на недели 2, так как такую сыворотку каждый день я не использую, пользуюсь примерно 2 раза. Малышка мне хорошенько послужит. И еще один, последнее средство, это от Davines, 75 миллилитров, это Travel, и это шампунь No-No. И это у нас какой шампунь? Это у нас шампунь для поврежденных, осветленных, сухих волос, который наши волосы должен восстанавливать, увлажнять и питать. Конкретно этот шампунь я еще не пробовала, но отношения с этим брендом у меня сложились весьма теплые. Много что из их продукции мне нравится, и я думаю, что я, по крайней мере, надеюсь, что этот шампунь не станет исключением. На этот раз все. Весенняя коробка у меня пустая. Теперь остается ждать летнюю коробку, которая придет к нам где-то через 2-3 месяца. Коробка, в принципе, мне понравилась. Полноразмер немного расстроил, просто потому что я не фанат мыла. Хоть от мыла первые
впечатления хорошие. Также расстроил немного этот пробник ни про что. Но остальные продукты весьма хорошие. Почти что уверена, что вот эти три друга на мне будут замечательно работать с этим кремом. Насчет этого крема не уверена. Надеюсь, что я не права и крем фантастический. Я надеюсь, что вам понравилась такая быстренькая распаковочка. Пожалуйста, не забудьте поставить пальчики вверх. Каждый лайк мне очень важен. Ну а я прощаюсь с вами до следующего раза. Всем пока-пока!